Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами майнером, где можно начинать зарабатывать абсолютно без вложений. Называется Reference Fund. Нам при регистрации здесь дается бонус 5 рублей. Я только что, друзья, зарегистрировалась. Значит, до 50% за 24 часа. Это, ну, от суммы. Значит, всего пользователей 786 вкладчиков. И идут, естественно, уже выплаты, так как он стартовал 27 числа. Работает 3 дня. Значит, главное, о компании, статистика, правила, новости. Тут сами все уже просмотрите. От 27.11 он только запустился. Контакты. Как правило, здесь есть, конечно, адрес. Но, как правило, здесь поддержка не отвечает в таких проектах. Ну и бонус. Регистрация здесь наипростейшая. Показывать я не буду, так как пароль там высвечивается. Просто вводите свою электронную почту, пароль и... Естественно, вход по почте и паролю. Попадаем в такой вот кабинет. Я еще ничего не активировала, только зашла. Значит, финансы. Вот это вот наша страничка. История у меня пусто. Вкладочка «Рефералы» находится наша партнерская ссылочка. Ну и выход. Далее что? Возвращаюсь обратно. Финансы. Нужно получить нам бонус. По поводу бонуса. Смотрим. Здесь будет капать, вывести. Так, значит, для того, чтобы испытать нашу систему на платежеспособность, вы можете получить скромный бонус в размере 5 рублей на счет вклада. Дождитесь начисления от него процентов и смело выводите бонусные деньги. Ограничений и условий на вывод нет. Бонус – это тот же вклад. По желанию вы можете дополнить сумму бонуса и увеличить ежедневный доход. И вот здесь, если у вас уже имеется открытый вклад, бонус не выдается. На партнерскую программу бонус не зачисляется. Кликаю «Получить бонус». Бонус зачислен, так как я еще ничего не пополняла. Возвращаюсь в финансы. И, пожалуйста, у меня общий вклад 5 рублей. И пошла капаться копеечка. Значит, ставка 20% под 5 рублей. Я пополнюсь, но пополнюсь я уже после того, как видео запишу. Сейчас я не буду пополняться. Так, за час, за 24 часа рубль, за 7 дней 7 рублей. Также информация пополнена, выплат нету, дата открытия, закрытия, как бы. Ну, здесь топ вкладов. Так, значит, далее еще что? Здесь вкладочка «Пополнить». Пайер, сумму пополняем. Возвращаюсь, куда я, финансы. Так, далее здесь мы собираем доход. Что еще надо? Рассчитать сумму. Если я закину полтинник, эта ставка будет 20%. Так, 50 рублей. Рассчитать можно. Калькулятор как бы. За 7 дней 70 рублей. Ну, неплохо. Смотрите, от 1 рубля. Ставка 20%, 30% это идет от 1000, ну и по нарастающей. Я всегда в такие проекты вкладываю без фанатизма, потому что я знаю, как он работает, как может и закрыться. Ну, полтинничек я, наверное, закину. Не наверное, а точно. Ну, что еще здесь? Так, бонус я получила. А, друзья, вывести, вот эта вкладочка «Вывести», кликаем. Значит, смотрите здесь что. Прописываем платежные реквизиты обязательно и сохраняем. Так, сюда можно прописывать сумму и на реинвестах наращивать мощность. Выбираем, когда вывод, платежную систему, сумму
и кликаем вывести. Таким образом будем выводить. Значит, выплата мгновенная, комиссия отсутствует, вывод один раз в сутки. Вот. Минималка на вывод, вот это вот, я не знаю, скорее всего, что от 1 рубля. Ну, посмотрим. Когда будет что выводить, возможно, завтра, я проверю и запишу на вывод. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи. Пока-пока.